Наш институт, он привез на данный форум оборудование для гражданской авиационной техники. Мы являемся, в общем-то, давнишним игроком на рынке, который разрабатывает навигационное оборудование, индикаторы, вычислители для гражданской техники. В данном случае вот у нас представлены несколько макетов. Это, значит, макет кабины вертолета Ми-8. Это уже боевое, так сказать, оборудование, которое скомплексировано, собрано, которое можно уже, по сути, брать, ставить на реальный вертолет. И есть перспективный макет, который, значит, показывает наши возможности по созданию новых вариантов индикации, построенных на проекционной технологии. Это очень надежная, с нашей точки зрения, в общем-то, технология, которая позволит в будущем улучшить качество самолетной техники.